Внеочередная сессия городского собрания представителей началась с минуты молчания. Депутаты почтили память скоропостижно скончавшегося главы города Василия Адаева. На повестке дня внеочередной сессии собрания представителей значилось два вопроса. Один из них – о досрочном прекращении полномочий Василия Адаева как главы Заречного в связи со смертью. Второй – о наделении этими полномочиями другого человека. Уважаемые депутаты, на ваше рассмотрение представлен проект решения о временном исполнении обязанностей главы города Заречного Пензенской области. Депутатам предстояло возложить эти обязанности на одного из заместителей председателя собрания представителей. На замещение вакантной должности главы города была предложена кандидатура Александра Теслова. Один из народных избранников проголосовал против, и еще один воздержался. Решением подавляющего большинства депутатов собрания представителей Александр Теслов временно исполняющий обязанности главы города Заречного. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».